В данный момент мы находимся в городе Обнинск возле подземного перехода, с которого стартует региональный фестиваль городского искусства. В этом году этот фестиваль посвящен теме технологий. И в целом в рамках этого фестиваля будут созданы разные художественные картины уличных художников и региональных, и федеральных, и международных. И основные картины будут создаваться в двух городах. Это в городе Калуга и город Обнинск. Именно с Обнинска стартует этот фестиваль. В общем-то, работы уже начались. И начались с подземного перехода, так же, как в том году в Калуге был создан крутой и очень современный переход подземный в самом городе Калуге. Также здесь, в этом году, создается второй такой подземный переход. Работы уже ведутся, художник приступил, уже подготовительные работы проведены очень оперативно, буквально в несколько дней, и уже рисуется картина. В чем состоит хорошая новость? Хорошая новость в том, что мы, в общем-то, с жилищниками нашли способ, как сократить срок работ. Мы сначала разрисуем основную часть перехода, а потом будем работать по очереди в двух крыльях. Таким образом, мы сможем один за одним открыть два крыла. Соответственно, если все пойдет по плану, погода будет хорошая, ничего особенного, форс-мажоров никаких не будет, мы откроем переход раньше, и вы сможете насладиться этой картиной, этим произведением искусства. Задача фестиваля не просто создать какую-то картину на какой-то поверхности в городе, а сделать так, чтобы эта картина отражала локальную идентичность города и места. И город Обнинск, город первых, атомный город, поэтому, конечно же, картина будет на тему атома. Мы постараемся сделать работу максимально быстро и открыть переход как можно быстрее. Я сама живу в северной агломерации и знаю, что такое, когда переход закрывается, поэтому понимаю, что мы должны сделать это как можно быстрее.